Тем временем десятки беженцев гибнут в море при попытке перебраться из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу. Только за последние 5 дней около 100 тел обнаружено у побережья Ливии. А возле греческого острова Кос береговая служба достала из воды мертвого младенца. Об этом сообщает агентство Рейтер. Несмотря на смертельную опасность, поток беженцев не уменьшается. По данным Европейского агентства по безопасности границ, в этом году на территорию ЕС нелегально проникли около 630 тысяч человек. При этом рады им далеко не все. В немецком городе Фримар неизвестные подожгли очередной приют для беженцев. Между тем, в интернете появилась подборка фотографий, которые заставляют задуматься о том, кто именно приезжает в Европу. Достоверность этих кадров еще нужно проверить, но, судя по ним, многие из людей, которые якобы спасаются из горячих точек, еще недавно сами держали оружие в руках.